Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Иванова наука». Если вы думаете, что это ужас ужасный, то почти так и есть. Это интересный эксперимент по тому, как уживаются грибочки в естественной среде. Вот это 90-литровая болея, наполненная питательной средой. Давайте посмотрим, кто здесь живет. В первую очередь бросается в глаза беленькая Боверия. Вот она красавица. Рядом с ней уже Митаризиум. Здесь же рядышком растет пиццеломицис. Вот островки, видите, Боверии здесь. Вот там Митаризиум. Боверия на нем замечательно растет. А вот здесь вместе рядом островами растут Боверия и вот это вот зелененькое с капельками эксудата, не что иное, как триходерма. Вот такой вот здесь у меня микрокосмос. Чему же нас учит этот опыт? Опыт учит нас, что грибы, каждый имеет какие-то свои защитные реакции. И те грибы, которые используются в биопрепаратах, они, соответственно, подружились худо-бедно, ну как, они не то чтобы дружат, но они не дают себя в обиду, так будет правильнее сказать. И даже если у вас там Боверия с триходермой где-то поселились, то велика вероятность того, что все будет в полном порядке. Подбор таких именно изолятов грибов, полезных грибов, которые будут уживаться друг с другом, огромная научная работа. Именно такие умные грибы вы можете найти в заквасках от Тут Агро, Боверия Микс и Триходерма Микс. И ждите еще впереди много-много всего интересного. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.